Привет, ребята! Вы на канале Роман Крэйв 21.2, и сегодня мы смотрим Айду Фирста «Домашние прятки». Ну, Айду Фирста новый ролик вышел, уже лайк поставлен. И не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь автор этого видео по ссылке в описании. И так что подписывайтесь на мой второй канал. Основной, называется Васильевич. Так, начинаем смотреть это видео. Здорово. А что малой делает? Бетон заматывает бутерброд. С сыром, с колбасой. Малой, ты чё? Ты зачем себе бутерброд в руку заматываешь? Как зачем? На уроке есть буду. Ха-ха, Марион тебя сразу спалит. А, да учительница спалит, то всё. Родители в школу. Ты с урока выгонит. Не выгонит, я уже все продумал. Смотри, допустим, ты проголодался. Что делать? Ну, в столовку идти. Это как вариант. А если не отпустят? Тогда сидеть и ждать перемены. Вот, а кушать-то хочется здесь и сейчас, поэтому мы разворачиваем свой пинт и кушаем спрятанный бутерброд. Капец ты замудрил. Проще под парту спрятаться тогда и нормально похавать. Ага, просто. В классе одни попрошайки, а за винтом его хотя бы не видно. А если ты под партой будешь лезть, то весь класс будет сидеть под партой и у тебя попрошайничать. Ну да, тоже верно. У меня на кухне еще целая тарелка, я сейчас все сюда замотаю. Вы как будто бы два троглодита. Возьму с собой Опять Настя. Опять пришла. Я прошлое видео Яксу делал. Ссылка на мой предыдущий Яксу Айду Фирста в описании на про Настю. Пил воду и буду есть на уроке, а перемены дождаться нельзя? А хотя нет. То я не могу, но там вторую ссылку копировать. Ага, а если есть в начале урока захотел, чё, перемены ждать? Умница, блин. И вообще, ты чё пришла? Вали отсюда. Да, вали. Ах так? Ладно. Ты зачем сфоткала? А я Маливан не покажу, и фиг вы на улохи поедите, козлы, блин. Вот коза! В натуре, чё вообще приходила? Да чё, крыса она, лишь бы кого-то скрысить. Поел, блин, на уроке. Да ладно тебе, не расстраивайся, все равно у тебя такая себе нычка была. Чего? Смотри, учись, как прятать надо. Дай сюда. Он же не прячет, он ест. Ёк, ты чё? Ща, погоди. Что? Спрятал? В смысле спрятал? Ты ж просто сожрал мой бутерброд! Ну, можно сказать, что спрятал? Там же точно никто не найдет. Ой, дурацкие. Ты что, здесь? Вообще-то, пока твоя мама не принесла, я буду здесь сидеть, понял? Так ты спрячься, чтобы мы тебя не видели. Ой, вот я как раз спрячусь так, что вы меня не найдете. Ну да, конечно. Вы даже бутерброд нормально спрятать не можете, дурацкие. Бутерброд это одно, а ты вон какая большая, тебе даже спрятаться негде будет. Угу, вообще запласто. Спорим на 100 рублей, что я спрячусь так, что ты меня вообще не найдешь. А спорим, считайте до 10. Никогда ты не найдешь. Она чё, серьезно что ли? Я не знаю, на чего она рассчитывает. Я у себя дома, я вообще здесь все нычки знаю. Считай, сотка уже моя. Ага, нычки он все знает, придулки, блин. Ну чё, 10 секунд прошли, пошли искать. Погоди, пусть лучше спрячется. Давай лучше пока в Гранд Мобайл пойдем. А, реклама. Опять Гранд Мобайл. И комнате нет. Почему нет? Потому что мы здесь, а она ушла туда. Серёг. А, точно. Так, здесь ее нет, в той комнате тоже. Из этой комнаты мы вышли, значит остается один вариант. Нету ее. И где? В смысле? А куда она спрятала? Она, ее нету в шкафе. То есть тогда? Наська, выходи, мы тебя нашли. Где? Где она? Блин, думал проканает, на блин хотел взять. Тут тоже нету, хорошо спряталась. Ну ничего, ща мы ее найдем. Опять Насти нету. Серега, малой, а почему, а чё вы ищете, Настю? Да она уже ушла. Даже в унитазах нету.
вообще нигде нет, как будто бы испарилась. Ну все, считай, проиграл ты 100 рублей. Ничего подобного. Тут стена из гипсокартона, она 100 пудов за ней спрятана. Малой, зачем молоток? Ты что, хочешь стену разбить? Сейчас сломаю. Малой, может не надо? Надо, Серега. Тем более у меня нет 100 рублей, я не могу проиграть. Ну ладно, согласен, девке нельзя проиграть. А, тебе же выходят новые шорты на основном канале Adolfers. А я видел новые шорты на основном канале Adolfers. А теперь в июне перестал шорты снимать, а потом в сентябре 23 числа то начал шорты снимать. Вот это фантастика. Ломай! С Богом! Мальчики, я дома! Здрасте! Это что здесь происходит? Наську ищем! Какую Настю? Вы полквартиры разнесли! Так она капец как спряталась, найти не можем! Вот ищем! Она мне навстречу только что попалась, придурки! Как навстречу? Мы же не договаривались, что прятаться можно не только дома! Ну все, Балой проиграл 100 рублей. Мама, ё-моё! Сотку проиграл! Мам, дашь денег? Я тебе сейчас ремня дам! Лучше бы ремень спрятал, чем думал, где бутерброд бы на уроке без палева похавать. До свидания. До свидания, Серёж. Я, пожалуй, тоже пойду. Конечно! Ай, блин, не тот. Так что ролик угарный получился. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я случайно включил этот ролик. Но как довелась мышь. Эх, вот это я в шоке. Всем пока-пока.